каждая вкусняшка имеет свою форму. Но иногда эти формы могут быть не очень очевидны. Добро пожаловать на геометрический челлендж на Дарада. Чур, я буду первой. О, нет. Лучше этого не видеть. Давай, открывай уже. Но там кактус. Не хочу я есть кактус. Он колючий. Ай! Ну вот. Теперь из-за него у меня весь рот в иголках. А я еще даже укуса не сделала. Не ной. Лучше ешь поскорее. Хорошо, что я хоть от иголок на лице избавилась. Кстати, точно! Можно избавиться вообще от всех иголок. Их можно просто срезать обычными ножницами. Ничего себе! Гениальная идея! А вы думали? У меня всегда мозги правильно работали. Фу, ну и гадость! Оказывается, иголки – это не единственная проблема. Вкус гораздо хуже. Фу, Мэри, как тебе не стыдно? Извините, вышла наружу. Открывайте свои крышки. Вы только посмотрите, какое аппетитное у меня мороженое! Так и хочется поскорее его съесть. А ну стоять! Ничего ты не съешь. Почему? Мороженое круглое. А у кого сегодня круглая еда? У меня. Так что не получишь свои шарики, они мои. Такие вкусные. Ах так. Ну держись у меня. Посмотрим, справится ли мороженое с теплыми потоками воздуха. Ну что, тепло тебе? Я бы, конечно, съела тебя и так. Но злая Мэри не дает мне этого сделать. Так что придется действовать жестоко. Что произошло? Почему мороженое растаяло? Потому что оно мое. Видишь, рожок треугольный. А все мороженое теперь в нем. Ммм, как вкусно. И очень аппетитно. А то, конечно. А ты чего смотришь, Челси? Только ты и осталась. Точно. Вот это повезло. Какой сюрприз. Вы только гляньте, какой большой и аппетитный сэндвич. Там внутри столько ингредиентов, что даже сосчитать невозможно. А на вкус просто сказка. Прямо тает во рту. А что это капает? Кажется, кетчуп. Надо же! Да еще и вкусненький такой. Я должна заполучить этот сэндвич. И я даже знаю, как. Чего тебе, Мэри? Мне? Я ничего. Вы пока разбирайтесь, а сэндвич мой. Смотри, что Клариса делает с твоей едой. Ах ты! Да как ты смеешь? Смею! Вообще-то сэндвич мой. Видишь, он теперь треугольный. Значит, ты не имеешь на него никаких прав. Понятно? Значит, ты решила устроить войну? Ну что, будет тебе война. Посмотрим, как ты теперь запоешь. Какой все-таки вкусный сэндвич. Тут явно что-то не так. Помогите! Помочь? Вот, запей. Там как раз остренький соус в бутылке. А, за что ты так со мной? Будет знать, как брать чужую еду. Девочки, я буду первой. Смотрите, какой аппетитный тортик. А что же у меня? Ой, корейская лапша. Это странно, но, наверное, вкусно. Мне точно повезет. Я же говорила, у меня вон какая большая и аппетитная пицца. Чур, я есть буду первой. А ну стоять! Видишь, у тебя на тортике есть ягодки. А они круглые, значит, мои. Так что давай их сюда. Ягодки? Круглые? Значит, мы теперь все рассматривать будем. Ну, хорошо. Вот твои ягодки. Лови. Тебе идет грязь на лице. Смейтесь сколько хотите. Зато теперь все ягодки мои. Бе-бе-бе. Зато у меня есть вкусный крем. И такой же вкусный тортик. Между прочим, внутри тоже есть ягодки. Но я их уже съела.
Очень вкусно. Мэри, твой черед. Точно, я как раз успела проголодаться. Поэтому прелестные кусочки пиццы будут очень даже кстати. Кусочки? Точно, они же треугольной формы. А все треугольное мое. Так что быстрее отдавай мою пиццу. Нет, не отдам, она моя. Ты не посмеешь. Еще как посмею. Давай сюда, сказала. Это мое. Нет, мое. Отпусти. Сама отпусти. Ой. Почему вы ругаетесь? Пострадаю я. Так нечестно. Но пицца все равно моя. Ясно тебе? Мне не важно, чья это пицца. Все из-за тебя, Мэри. Да как ты смеешь? Из-за тебя я уронила пиццу. Но ничего, ты у меня получишь. Вот тебе, получай. Хватит, прошу, перестань. Надеюсь, она и так будет вкусной. Мы все в этой лапше утонем! Спасите! Бесконечный поток! What? А кто виноват? Мэри! Она все сломала! Слушайте, а лапша в таком состоянии очень даже ничего. Мне нравится. Совсем уже. Сухую лапшу ест. What's the matter with you? Открываем крышки на счет 3, 2, 1. Ура! Мне повезло! Скитлз! И мне тоже. У меня хуба-буба. А у меня морковь. Это очень странно. Okay. Согласна. Но чур первый буду есть я. Для начала нужно просто избавиться от фантиков. Это было просто. Теперь все жвачки нужно поймать ртом. Но делать это все одним способом крайне скучно. Поэтому гораздо веселее по-разному бросать эти вкусняшки. Ого, да ты настоящий профи, браво! Спасибо, девочки. Но это еще не все. Пришло время пузыря. Не смешно. Первый блин всегда комом. Ну вот, из-за вас я потеряла жвачку. Фу, она вся в волосах. Такую даже жевать нельзя. Это мерзко. Ничего, все равно было круто. Мэри, твоя очередь. Наконец-то. Я весь день мечтала именно о Скитлз. Как хорошо, что именно мне с ним так повезло. Я обожаю эти конфеты, они яркие и такие вкусные. Кстати, почему бы не сделать так, чтобы все видели, какие конфетки красивые? Смотрите и завидуйте, как много у меня классных конфет. К тому же они очень-очень вкусные. Значит, хочешь, чтобы мы завидовали? Ну ничего, я знаю, как тебя проучить. Перестань! Опчхи! Ой, я не хотела на вас, простите! Ничего страшного, зато теперь и мы можем попробовать Скитлз! Точно! Получилось даже весело, мне понравилось! Но, Клариса, у тебя еще есть целая морковь! Ешь! Ладно, попробую! Слушайте, а морковь-то это очень даже вкусно. Я теперь понимаю, почему зайцам и кроликам так она нравится. Ой, со мной что-то не так. Это была отравленная морковь. Я злой заяц. Я ем всех, не только морковь. Злой заяц, бежим! Трусихи, это же просто маска. What? What? Странно, откуда дым? Кажется, из-под моей крышки. Конечно, это же свежие бельгийские вафли. А что у вас? Come on! У меня арбуз, к тому же огромный. А у меня перец, тоже очень немаленький. Кошмар! Значит, ты начнешь. Нет, прошу, он же такой острый. Ладно, буду надеяться, что все будет окей. Этого мало, кусай еще. Нет. Давай, давай еще, кусай.
Может, хватит? Мне уже плохо! Это даже выглядит жутко! Я вся горю! Помогите! Только нас не спали! Аккуратно! Кажется, приступ закончился. Можно есть. Моя вафля! Все это из-за Кларисы! Нужно тебя потушить. Дай сюда арбуз. Куда? А мне что есть? О, мне и правда легче. На, доедай свой арбуз. Там ничего не осталось. А, нет, осталось. Круто! Значит, я могу полакомиться. Ну вот, и только у меня совсем ничего не осталось. Всем приветики! Ничего себе! Вот это мороженое! Я тоже такое хочу! А это еще кто там такой? Привет, красотка! Как дела? Какой красавец! Ты что застыла? Класс! Думаю, это прекрасный повод поесть мороженое. Да как тебе не стыдно? Оно мое! Ничего себе! И все мороженое мне! Класс! Так что это плохо воровать чужое. Плохо, но очень вкусно. Кто это сделал? Почему вы такие воришки? Но ничего, я вас всех проучу. Только попробуйте еще украсть. Предлагаю скорее узнать, что внутри. Полностью согласна. И это все? Одна печенька на нас троих? Да уж, маловато. Что будем делать? О, кажется, я знаю. Пришло время тянуть карточки. Ну вот, я даже ее не попробую. Не повезло. Если только не сделаю это быстро. Нет, ты не тронешь нашу печеньку. Теперь я тяну карточку. Я смогу ее откусить. Ну вот, значит, мне придется ее облизывать. А я так хотела поесть. Только мне сегодня повезло. Хотя у меня есть идея. Саманта, можно я буду первой? Валяй. Все равно ты не сможешь ее съесть. Может, я и не съем, но я слежу самое вкусное. Белую начинку. Что? Даже мне не оставила? Не переживай, специально для тебя я подготовила немного слюней. Вот, держи, приятного тебе аппетита. У меня, кстати, неплохие слюни. Какой кошмар, это же такая мерзость. Фу, меня как будто собака в рот лизнула. Эй, а я-то тут при чем? Какая гадость! Пора открывать. Можно на этот раз я? Давайте посмотрим, что же там. Ой-ой, кажется, это кактус. Может быть, он шоколадный? Нужно проверить. Нет, не шоколадный. Больно, он настоящий. Какой ужас, это же игла. Я знаю, как могу тебе помочь. У меня как раз завалялась пара пластырей. Именно они тебе сейчас и нужны. Спасибо, Джек, ты настоящий джентльмен. Кажется, пришло время тянуть карточки. Ну вот, только не это. Ура, я выиграла, я не буду его трогать. Ой, мне придется его облизывать. А мне кусать, какой ужас. Да уж, не повезло, особенно быть первой. Нет, я не буду первой. Нет, ты будешь. Как дети ссорятся. Это твое. Нет, твое. Хватит уже, достали. Может, решите вопрос проще на Цуефа? Это хорошая идея. Цуефа! Кажется, я выиграла. Так что, Джек, ты первым будешь лизать эту гадость. Так хотя бы честно. А, как же больно! Ай-яй-яй! Ай-яй! Ой, бедный Джек. Да ладно вам, это просто шутка. На самом деле язык не настоящий. Дурацкая шутка. А теперь ты должен лизнуть кактус по-настоящему. Точно. Ладно. Я не буду рисковать. У меня есть идея, как сделать кактус совсем безобидным.
Так он точно не будет колючим. Ай, аккуратнее! Все же прямо в нас летит. Я вся в иголках. Не ворчите. Зато я теперь могу спокойно облизать кактус. А Эмбер сможет его откусить. Так, я попробую. Я не при делах, но все равно вся в иголках. Фу, даже бритый кактус на вкус отвратительный. Фу, это очень гадко. Почему снова в меня? Причем тут я вообще? Ой-ой, это не я. Это все она, Эмбер. Чем это так пахнет? Кажется, запах из-под крышки. Нужно узнать, что там. Окей. Ой, этого я и боялся. Это же рыба. Фу, гадость. Мерзкая рыба. Но карточки никто не отменял. Блин, придется ее лизать. Ура, я не делаю ничего, мне повезло. Это что такое было? А, неважно. Получается, мне придется ее кусать. Ну уж нет, я не согласна. Придется. Это сложнее, чем я думал. Мне страшно. Но я должен, я смогу. Еще минутку. Не будем мы ждать. Вот, я тебе помогу. То-то же, так и правда быстрее. Мерзость. Ты как ты посмела? Я тебя отомщу. Вот, ешь свою рыбу, кусай. Ты что сделал? Я не была готова. Меня сейчас стошнит. Фу, ну и вонь. Но это еще не все. У тебя целая половина рыбы. Отстань от меня. Ай, мне же больно. Зачем вы так? Ну что, открываем? Погнали. Ничего себе, какой огромный торт. Уже хочу его съесть. Но еще рано. Сначала карточки. Они уже наготове. Разбирайте. Круто. Я могу все облизать. Ура, я буду есть. Ну вот, а я ничего не смогу сделать. Хотя почему я должна страдать? Я тоже могу попробовать тортик. Ой, как же это вкусно. Так бы и ела этот торт вечно. А ну руки держи подальше. Это вовсе не твой торт. Жадины, могли бы и поделиться. Мне самому мало. Может, хватит? Вообще-то это и мой торт тоже. Как же вкусно! Хватит! Нужно делиться! What? Ты чего? О, тортик еще и на носу. Класс! Ты был прав. Торт просто шикарный. Эй, Саманта, может, ты и с нами поделишься? Еще чего захотели, это мой торт. Ни за что. Ах так, тогда получай. Ты что наделал? Да я тебя сейчас... Ну все, ты у меня получишь. Зря ты так со мной. Эй! Не попала. Ты совсем обнаглела? По-моему, тебе даже идет. Интересно, что там внутри? Ой, кажется, это невкусно. Это просто ужасно! Какая же гадость! Кошмар! Ну вот, а я еще это ем! Ура, повезло! А я что? Окей, ладно, облизать его будет не так сложно, если зажать нос. Это и правда не так страшно. А если убрать прищепку вот так вот? Фу, какая мерзость! Верните мою защиту! Джек, теперь ты. О, нет! Я не смогу его съесть, это гадко! Но тебе придется. Почему именно мне так не везет? Oh, no.
Как же это невкусно! Наконец-то свежий воздух. И не говори, подруга. Рано радуетесь, что-то мне нехорошо. О нет, опять эта вонь! Помогите! Я падаю, спасите. Упс, я не виноват. Давайте посмотрим вместе. Круто, Хуба-Буба. Да, осталось только карточки вытянуть. Что же у меня? Ну вот, я даже не смогу пожевать. А я смогу пожевать жвачку. Как же круто. Облизывать. Ну, жвачку нужно жевать. Вот, лови, ты будешь первый. Класс. Надеюсь, она будет очень вкусной. Так, попробуем язычком. Хотя чего мелочиться? Можно облизать ее целиком. Так будет точно вкуснее. Ты же ее испортишь. Может, хватит уже? Дай ее мне. Ну вот, теперь она вся в слюнях. Зато мне было вкусно. Нет, я не буду ее есть. Это гадко. Опять? Я-то тут при чем? Фу, теперь ее точно никто не будет. Ну что, это было круто. Еще больше таких же классных и смешных челленджей всегда можно найти на Дорадо. Поэтому оставайтесь с нами.